Напоминаю зрителям 7-го канала, что у нас в студии лидер списка регионального политической партии «Гражданская платформа» и кандидат в, по одномандатному 18-му округу, он как раз расположен в Солнечном. Владимир Владимирович, остановились на том, чтобы вот, что можно решить и транспортную проблему, например, чтобы все школы вывести из города. Как можно решить транспортную проблему? Транспорт, во-первых, развитие дорог, расширение. Во-вторых, дисциплинированность водителей. В-третьих, вот посмотрите, я в этом летом наблюдал, почему у нас в основном пробки. Ну, там вот на Свободном проспекте обвалилась эта стенка. Вот. Но вопрос же не в этом. Смотрите, сегодня у нас заходят дорожные строители, они как хозяева на дорогах. То есть я буду ратовать только за то, что перед тем, как начать работы дорожные, чтобы они проводились в ночное время, в том числе, особенно на особых магистралях, и что, если ты зашел, согласуйте с ГАИ схему такую, чтобы можно было нормально объезжать. Сегодня у нас дорожные строители летом, тем, чем они занимаются, перекрыли дорогу, дальше плевать. Дождь, не дождь, мы ее не откроем, пока не просохнет. И не будем ложить. Владимир Владимирович, но пока у нас не будет каких-то дублеров, когда у нас не будет схемы там, параллельных дел, развязок каких-то, ну, это вынужденная мера. Вы понимаете, есть еще культура производства, которую можно отработать, создав проект производства работ. В ночное время. Я спрашиваю, почему вы ложите в дневное время? Вот перекрыли вопрос, солнечный, вот перекрывали не раз. А у нас нет света. Ребята, есть смети, временное здание. Освещайте и работайте в ночью. Не надо создавать коллапс, не надо народ злить. Потому что народ приходит, мало того, что он отработал день на работе, он пришел домой, вышел с работы в 6, а приехал домой в 8. И при этом постоянно 2 часа находился в пути, потому что у него пробки. Что может в связи с этим горсовет? Принять правила застройки или просто вот, ну, идти от здравого смысла, идти от людей? Я считаю, что горсовет здесь должен направить, особенно по дорожным строителям, если работает, то есть тендер, если проводят, то должно прямо в тендере быть, работа проводиться должна в ночное время. Второе, организация дорожного движения. Это надо возложить на городской ГАИ, чтобы они не просто тупо закрывали всю полосу и где-то там кого-то пускали. Давайте разработаем такой вариант, при которой можно, и чтобы техника двигалась, и чтобы можно было асфальтировать. Не надо сегодня на дорогах, вот и вышел, у нас не только касается дорожных строителей, это касается тех же, вот, кто обслуживает сети, водоканал, да? Вот он приехал, у него надо перекрыть этот колодец. Он машину поставит так, чтобы перекрыть две полосы. И на это он считает, что он для всех делает благое дело. А то, что там собирается такая толпа машин, это его наплевать, потому что он работает якобы для горожан. Он работает, он себя, понимаете, некоторым людям даже это нравится, будем так говорить. Если ты приехал перекрыть колодец, или же там что-то требуется, поставь машину так, чтобы хотя бы одну полосу занять, не надо две занимать. Вот это в этом культура производства, прежде всего. А все-таки культура производства может быть законодательными актами, нормами какими-то? Я считаю, что это новое строительство дорог может быть, однозначно, но... А водоканал надо просто работать с людьми, разговаривать. Водоканал. Ну, я имею в виду Краском, водоканал, это сантехниками, будем так. С ними надо вести работу в том направлении, в котором бы они правильно себя вели там, на дорогах. А вот во встречах с красноярцами вы сказали, что люди не понимают функцию городского совета. А вы ее какой видите? Я вижу функцию городского совета, то, во-первых, надо собрать все чаяния наших горожан этот раз, особенно избирателей по округу. Вот. Второе, это утверждение бюджета. То, что прописано, утверждение городского бюджета лежит на горсовете. Ну, это случае. Же уже делается. Вот с вашим приходом. Подождите, в городской совет. Делается. Что у нас сегодня, будем так считать, почти однопартийная система. Делается так, как захотели власти. Подняли руку и до свидания. Все проголосовали, потому что единопартийная, то есть подавляющая правящая партия, как у нас называют, у нас нет альтернативы. Как они решают, так и будет. Для этого мы идем в горсовет, для того, чтобы хотя бы на альтернативной основе решать все эти вопросы. И не надо задаваться тем, что мы сегодня предложили администрации, сразу все утвердили, потому что «Единая Россия» проголосовала «за». Потому что они ни с кем не посоветовались, они просто взяли и проголосовали. А вот, может быть, вы анализировали предыдущие бюджеты, может быть, вы в своей практической работе, какие... Ну, направления не профинансированы. Куда отправлено денег больше? Вот, скажем, по бюджету вот, там, 2013 года. Нет, как таковое, по бюджету 2013 года не анализировал. Я говорю, на что, как есть. На я, что, я не занимался на этим что делом. Не обратили внимание при этом? Ну, в чем ошиблись? Обращают на все внимание. Но вопрос в том,
по каким округам, будем так говорить, по каким районам, это уже как распределили. Деньги, они, может быть, и правильно, но очередное строительство должно быть определено. В любом случае, там так. Где мы депутаты, там мы протащили. Где не депутаты, мы там не протащили. Надо смотреть общий план города, в каком, где больше нуждается, там больше строить. Это обязательно из вариантов. Угу. А вот совсем сегодняшняя, совсем свежая информация о том, что скоротечный визит президента был, и губернатор нам доложил о том, что президент вроде бы, хотя от него лично мы его не слышали, но Лев Владимирович сказал, что Путин одобрил и похоронил, так сказать, Енисейский ферросплавный завод, одобрил. То есть его не строительство, если можно так сказать, одобрил не. Но, тем не менее, вот в связи с тем референдум, который вы собираетесь проводить, я имею в виду гражданскую платформу, может быть, он не нужен уже? Вы знаете, я скажу так, раз Путин одобрил, как говорится, значит, это победа все-таки движения «Красноярск против». Это огромная победа. Не будь этого движения... Ну да, президент не знал бы, что у нас есть такая проблема. Потому что еще в июне он написал распоряжение о том, провести, что нужно экологическую экспертизу, потом решать, потом решать, уговаривать, например, вдруг. То есть гражданская платформа, под которой находится это движение «Красноярск против», она как раз добивается этого всего дела. Это вот надо понять и понять, что это действительно так. Сегодня много кто против, но «Красноярск против движения», оно в гражданской платформе. И оно шло до конца. 2 года оно работало, и это дело дошло до президента. Но на сегодняшний день, я еще раз сказал, надо провести этот референдум по одной простой причине. Для меня лично, пока на экскаваторном, который собирается строить Чуксу, не откроется чисто новое производство, для меня, я считаю, вопрос не решен. Поэтому надо еще раз прийти на выборы и проголосовать в этом бюллетене, что действительно мы против. Проголосовать, а потом принять участие в референдуме. Насколько обязательно я понимаю, на официально провести референдум. Я только за то, чтобы потом, вот это опрос мнений, что провести референдум или нет, и как красноярцы относятся. А референдум должен был пройти, чтобы все-таки утвердить, что мы не хотим этого завода. Ну, я вот лично против категорически. У меня, еще раз говорю, у меня 4 детей, 7 внуков, и мы еще не остановились, будем так говорить. И я хочу, чтобы они жили здесь в том состоянии, которое есть. У нас сегодня выброс из завода 500 тысяч тонн воздух, все эти гадости, которые будут. Она же куда-то сядет. Она угробит нашу природу. У нас природа прекрасная в Красноярском крае. Зачем это делать? В связи с этим, я, конечно, думаю, что все-таки в сложившейся ситуации Енисейский ферросплавный завод, может быть, даже и с некоторыми проблемами для города, не будет построен. В смысле, можно было бы его строить там при определенных условиях, не буду углубляться, ваша точка зрения важнее моей. Но все-таки, что делать сейчас с экологией, которая без Енисейского ферросплавного завода, там, так сказать, не выдержит никакой критики, там 3-е место по загрязненности, и этим призовым местом нельзя гордиться, понятно. Я вам скажу так. Вообще, я считаю, вот я родился, можно сказать, в Красноярске. Я родился в Уяре, но в 3 месяца мы родители переехали в город Красноярск. Я вам скажу, сейчас в Красноярске намного чище, чем было. И говорить о том, что сегодня ничего не делается, это тоже неправильно. Понимаете? Я помню, когда на правый берег заедешь, с одной стороны, красфармы дышать невозможно. С другой стороны, целлюлозно-бумажный комбинат. Химволокно, СК, помните, это сероводород. Я называл парфюмерия, Цибыковские, эти самые шламовые поля, химкомбинат все. Енисей. Но на этом нельзя остановиться, надо строить газоочистки, надо принимать. Я вот всем привожу пример. Вы, наверное, многие были в Дубае. Там алюминиевый завод работает. Если бы мне не сказали, что он там работает, я бы не знал, что он там работает. Да. А там один из крупнейших в мире алюминиевых заводов. Вы там хоть дым видели? Нет? Да нет, конечно. Нет там дыма. Там даже порочка нет. Порочка там нет. Берем с Парсидского залива соленую воду, перерабатываем в пресную и выдаем на опреснение. Вот. Но это дорогая технология. Почему у нас сегодня возник Чуксу? Потому что захотели удешевление. Как удешевление получить? Купили здесь эти корпуса, которые почти все построены были. Готовую уже электроэнергию. Там, готовую электроэнергию, готовую подведенные сети, энергетику всю. Конечно, она дешевле будет 15 миллиардов. А еще плюс, если это незамкнутое производство, это вообще дешево. А если переработку запустить, это... И то, что они сегодня говорят, мы 10-11 миллиардов вложили для такого завода, какие они будут прибыли дальше получать, я считаю, это мало. Во-первых, они
должны были сделать замкнутый цикл. Обязаны были. Не надо было на этом экономить. А для того, чтобы сделать замкнутый цикл, нужны газоочистки, нужны другое производство и экскаваторный завод. Наверное, к этому не подходит. Да. Ну и там, конечно, страшная часть. Это шламовые поля, отход, который будет... Поля, да, да. Они которые, самые кстати, страшные. Будут выбрасываться в сторону Енисея. Угу. Енисей там недалеко. Да. Всего 20 километров. И по этому поводу технических решений ЧИКСУ не было предложено. А, Владимир Владимирович, сразу после рекламы спрошу вас все-таки, что с гражданской платформой? Останется Прохоров лидером гражданской платформы? И зачем вообще... То есть все уже опровергнуто. Зачем это все было придумано? Сейчас реклама на 7-м канале.